В среднем к 11 утра от 25 до 30 человек сдали свою кровь в Чедерлунге в рамках Всемирного дня крови. Специалисты говорят, что они ожидали больше желающих, так как провели информационную кампанию и в рамках города, и через примаров населенных пунктов. Ну, идут вот для больных, стоят тоже. Не очень организованно, но мало. Мы ждали больше. 35 где-то. То есть, нет, 30 плюс-минус. Может, еще подойдут. Вот подходят наши врачи. Сами. Так что мы сами с удовольствием бы сдали, но и по возрасту, и по состоянию здоровья не можем. Отличие от обычных дней приема крови, конечно, есть. В первую очередь кровь сдается безвозмездно и направляется на нужды людей, которых донор может и не знать. В обычные дни в основном проводится адресная сдача крови. Сегодня сказали, что день донора, и поэтому пришли сдавать. Ну, мне сказали, подсказали все люди, и как бы сказали, что сюда приехали. Ну, сейчас хочу сдать, помогать семье. Все. Наш центр приема крови выполняет норматив, говорит Иван Коломан, заместитель директора Центральной районной больницы Чедерлунги. Однако сетует на то, что в Молдове пока слабая программа по стимулированию доноров. У нас, к сожалению, в этом плане в Молдове очень плохо поставлено дело. Ограничивается какими-то путевками и так далее. В то время как в России этот вопрос поставлен очень хорошо. Там идут и прибавки к пенсии, там и другие льготы, все остальное, путевка. У нас пока, к сожалению, мы только рассчитываем на сознание людей, на их чувство ответственности. По итогам года составляется план, согласно которому далее ежемесячно планируется около 120 доноров. В среднем норма на один населенный пункт Чедерлунского района составляет от 5 до 10 доноров, в зависимости от количества населения. В Чедерлунге кровь можно сдать в отделении приема крови каждый четверг.